Подписываемся на канал, ставим лайки, колокольчик для того, чтобы получать оповещения. Есть. Короче, вот, рассказывай, ребят, записывайте. Как играть на этой вообще аномалии? Что она себе представляет? Что делать? Во что я превратился? Пойдет? С этим можешь что-то придумать? Биг банана. Шалопайку можно было бы залочить. Потому что шалопайку мы забираем. Крепец собирает, следуется монета, и с этой монеты мы еще что-то забираем. Стоп, стоп! Досмотри до конца! Что лучше? Взять CSGO Prime за 1000 рублей в Steam или за 100 рублей на LOL Steam? Я думаю, выбор очевиден. LOL Steam — это честный и безопасный сайт, где ты сможешь найти дешевые аккаунты по любым играм. Так, ну ладно. Шух. Раз чат за 5-2, то я 5-2 заберу. И туда же, направо. А где карты? Ну ладно. Там еще карт, ребят, не было. Механизмы 2. А пошли левел. О, no. Там еще 8 атаки. Фак. Две точки было бы хорошо дать. У тебя теплая погода стала, или отопление же включили? И отопление включило, и еще и потепление немножко идет. И то, и другое, короче. О, подождите, это неплохо, может быть? Всего на 10 мурлока. Или просто заберем вот этого вот, нера заберем. Блин. Лучше бы я его поставил на стол, дал атаку до пиратов тогда, и потом уже его забрал. Вообще, я превратил. Забрать его все равно потом. Мудреца спросили, кто сливает рейтинг. Гуду мид, ответил он. А кто его пит? Арслан гордость кса. А кто же ты, а мудрец? Да это же я, Раомочка. ТТПС двоеточие слеж яуту точка бы. Выбрать эффект, теперь получает на он можно сюда давать. Все равно В804 кстпуды генр. Че просто? Левел, да левел не нравится, мне даже здоровьем. Хочу что-то на стол вставить. Так, Ромочка, спасибо. Страсть, если бы это получается. Хорошо, надо, хорошо написал на самом деле. Ромочка, видно, постарался. Кажется, у него какая-то знакомая стратегия. Что там, баблы, коптер, мурок золотой. Да не показалось. О, ребята, можно 777 чат? Сейчас что-то будет, походу. Нужно 777, чтобы жесткий 600 драм залутать. Ой. Что-то прям жесткое, что-то зороское. Вот смотрите, с триплета бран, и отсюда какой-нибудь тетрис. А, какой триплет, Брант, это же монетка. Я знал, я просто вас проверял. Да.
Я, ребята, знал. А что же звери получить? Перерождение Реборан? Ой, перерождение Реборан. Перерождение или провокация? Надо подумать. Очень важный выбор, конечно. Почему мне вообще, кстати, дает выбор в таких ситуациях? Это непонятно. Хочу стенку. Простите, у вас нет зверя. Ой. Он не должен давать даже выбора такого. Мелодия любви. Ну, продавать 2-4, либо карту, которая была под бафаном. Эй. Так, по трекам. Где еще идет трек? Вормотай твой. То есть банана, да, это слепит бананы. Казино Реал никогда не было. Вообще, наверное, неплохо мех оставить и давать ему эти штуки. Или не надо? А не, пусть будет. Ну, трол, полагаю. А можно нужно треплет соберем? Есть смысл собирать его треплет или нет собирать его треплет? То есть я беру треплет, а получу монету. Будет давать по две монеты. Так, я буду закидывать по одной. Трепет вроде лучше, да? Потому что монета здесь сейчас. А это будет плюс, если только у нас будет сетап через пятые таверны дрона, как лишняя присоска, но... У нас этого явно не будет. Мы будем пытаться эту штуку трепет собрать? Я думаю, что да, будем. Тоже пойдет на будущее. Я пытаюсь его собрать. Very, very hungry. Трек цената. Жесткий. Арсен, это фрикли чмошка. Вы про кого спрашиваете? Если кто-то такого пальцем показываете, то... Пальцы нехорошо показывать для начала. Так, ё-моё. Там были машинки? Не было, значит, надо было туда атаковать. Да скид, за что? В смысле, трек и трек? Что в нем такого? Эта штука нужна чисто под раскопку Мурлока. Так она не особо нужна. Мы пойдем левел. Я точно на треплет не собираю. Нет, не хотите левел, не нравится. Ну да, давайте потроллим. Наша задача найти еще такого, да? Ну, ребят, вообще ничего не дается про скутку. Почти под бочкой. Ну, потому что я думал, следующие 3-2 мурлока, я все еще смогу раскрутиться. Ну, давай, ладно. Походу, не будет нас раскрутки. Еще 5. Можно в следующий левел, да, пойти? Рандом пират отсюда будет какой-то. Какой еще ролл? Мурлоки 2, слушайте, эта штука может быть поездить сделать просто. Ладно, какой левел, короче, я, наверное, сделаю минус-минус-минус и...
Подождите, это хорошо. Релак у нас будет, да, остается? Есть ли смысл? Минус ты, нет, там монета, да? Нельзя его минус. Да и ладно, куда-то так посиденько. Здесь смысл тебя лочить, это же нет. Сидуйкаем. Нет, там клей ужаски. Бабам. Бабам. Ну, кстати, 5 воров забили. Здесь мы в нишку проигрываем. Более чем устраивает, мы в клей просто попали. Тычка была просто идеальна. Так, и сейчас нужна жесткая, ребят, раскрутка. Я предлагаю даже, наверное, вперед левел сделать. Нет, останемся. Все-таки останемся, ребята, все-таки останемся. Ща-ща-ща, ребят, ща-ща-ща. Вот это мастерство! Это триплет! Ща-ща-ща, ребят, ща-ща-ща. Ой-ой-ой-ой-ой. Нам нужен какой-то триплет. Да пусть будет. Ребят, надо пережить ход. Ох. Так, Пегги можно в руку забрать. Минус. Монета, забрал Пегги в руку. Поставил тут двоицы, нормально. Ребята, была СРНГ. Что бы там хотелось сейчас? У него 7 триплетов. Почему у него 7 триплетов? Ребята, была СРНГ, что бы там хотело. Если хватит, то у нас просто куча голды идет. Вау. Он, кстати, там не силен. Сейчас если там еще звери будут с руки падать. А они там падают. Золотые, в репорных. Банану отснайпить. Банану. Так, банану отснайпили. Большую карту отснайпили. Ща-ща-ща, ребят, ща-ща-ща. Выглядит хорошо. Выглядит идеально. Сейчас левел пойдем. Ой-ой-ой, 10 голды есть. Все, начинается раскруточка. Треба здесь сделать. Так он же... Подождите, я забал, там следующий, который будет. Если это трек, то трек играет очень, ну, нормально, короче. Нормально он играет. Было не тихо. Так, не мешаемся, не мешаемся.
Что, можно захватить? Не надо. Ты ребят, мы на Голливик сыграем, у нас голды очень много. Три монеты, ребята, можете себе забрать. Хотите на следующий кому-нибудь из вас, оставлю еще 10 монет. Почему не забав? Да мы все забафаем. Единственное, что возможно, стоит тебя забрать вер этой штуки. Стоит или не стоит? Стоит или не стоит? Ребят, стоит или не стоит? Как думаете? Ребят, стоит? Думаете, стоит? Погнали. А, вы же не забатили на что-то? Хотя подождите, может его с Лени оставить? Подождите, сколько бранов я вообще пропустил? Где все браны? Пропускаю. Спасибо. Спасибо. Какие-то слабые были хлопки, кстати, очень.
Да как потратить-то все деньги? Вот, ребят, надо было еще монету отдать, чтобы чат осталось. Еще 34, так все, не скачает. Не кончаются деньги. Вроде карты играет, а то мне еще монета сует. Один-два пингонов, наверное, тоже стоит брать. Ну, можно-то брать вообще 2-5, вот эти все забафы. Все эти штуки на забафы ко мне, и только потом забирать свинок. У меня просто картерницы были в руках, точно, я их продавал, и за счет этого еще голда шла. Ну, допустим, ладно, забрал. В чате подсказали, говорят, забери, я вот забрал. Кручу, смотрите, вот, на пике человеческих возможностей. Человек просто не может быстрее это все дело крутить. А кого будем продавать? Подождите. Его минсануть? Надо забрать. Допустим, ладно, неважно. Тетрица. Ну, Тетрица, на самом деле, нам дает пиратов, которые дают еще... То есть баф на здоровье и баф на атаку. То что вроде есть смысл его оставить. Я понимаю, что когда у нас очень много, 33, но... Даже, кстати, не знаю, вот это мне нужно будет или нет. Но надо все равно это с пула забирать, чтобы остальные не могли это найти. То есть вот это в основном это я беру, чтобы меня не скамили. То есть чуваки с вами будут сражаться, а у них вообще у обоих звери. Бассажабры не нужны в этой катке. Но зато у них не будет бассажабров, которые призывают с руки зверей. Арслан, мы с чатом составили топ-5 игроков, на этом стриме, к сожалению, тебя нет. Как меня нет? Как лучшего игрока может не быть на... Блин, надо было все-таки ревендера оставить. О, не ревендера, это вам. Утро оставить. Погодите, все, новый план. Я знаю, ребят, я знаю. Так, это не надо. Это не надо. Эти, ладно, тоже не надо. Секундочку. Все не то, еще жесткие карты. Тебе не нужно было. Так, не тот. Не тот, чувак, не тот. Я пропустил того! Пак! Нет, я его пропустил! Все хорошо, вернулся. Да четко, все здорово.
Так, пока что мы делаем? Поставил, продал, поставил. Пам-пам. Пам. 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 Па-пам. Все, 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 все. Посмотрим, делать, дядо. О, нет, у него столько банана, чтобы что-то вообще сделать можно было бы. О, ой. Ой. Да, было бы нехорошо, если бы не бананы, конечно. Да, допустим. Берешь на абордаж? На абордаж на берут абордаж. Либо пираты, либо гачелорды. Сейчас я выгляну в окно. И не дай бог, там не будет пиратского корабля. Там будет пиратский корабль. Подписываемся на канал, ставим лайки, колокольчик для того, чтобы получать оповещения. Есть!